светлые братья сражаются с ордами злобных невидимых карликов, темное рыцарство должно защитить союзников от вражеского колдовства. Для этого вам нужно изготовить волшебные коруги. Каждая коруга нейтрализует по одному заклинанию врагов и усиливает в два раза заклинания друзей.1450. Нажимаем. Вот, нажми. Не работает. Кто тут пьет? Мы тут пьем. Мы тут пьем. Кто поет? Кто поет? Кто шагает дружно в ряд? Это наш пивной отряд. Это наш пивной отряд. Дружные. Веселые. Веселые. Опять на пёрточек я. Готовы! Отряд Оливье готовы! Готовы!
Подождите, команда, я убираюсь. Маленький мальчик решил подрасти. Маленький мальчик решил подрасти. Рано встал, чтобы пиво найти. Рано встал, чтобы пиво найти. Ура! 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 Дети проруби купались. Ящик пива там нашли. Весело они смеялись. Весело они смеялись. Даже в школу не пошли. Даже в школу не пошли. Да не Внимание, храбрые воины! Только наша армия, армия светлых, может освободить оракула бутылки. Мы первыми вошли в эту крепость, а это значит, что победа будет за нами. Злобным карликам не уйти! Сейчас мы будем заряжать мощнейшие противокарликовые ловушки. Давайте наполним нашим могучим дыханием сосуды и заблокируем вход в башню. Сила, динамику, динамику покажи. Паровоз. Цепь. Мальчики за ручки взяли друг друга. Это серьезно. Тихо. И тут жесткая преграда. Вот они. Гремли. Костяк этого звена. Пожалуйста. Все, мы пошли. Случайно в той стороне. Да, прощайся. Ну что это такое? Телефон не берет, ё-моё. О, а вы куда, девушки? Девушки! Наверх. Балундра! Здорово. Отряд! Б! Лечтив! Б! Люди в своих руках!
Каждый из вас, смелые вы, должен наполнить своим дыханием несколько таких ловушек. Глупые, наивные карлики будут залезать в эти ловушки тысячами, а выбраться не сможет ни один. И между нами, рыцарями, мы очень надеемся, что завалы этих ловушек станут замечательными препятствиями, только для карликов. Моим карликам готовы заходить, чтобы они навечно остались в этих стенах. Ловушки на вес золота, вы что это тут разбрасываете? Ребята, запомните меня. Ловушки устанавливаем на втором ярусе. А ты какой? Но! Давайте шары! Давайте, чтобы шарики убирали с камня. Девушку засыпал, мы уже не видим. Так лучше оставить ловушки, идем устанавливать. Да, да. Как стояли такие? Белого поймали! Сладкая парочка! Мы на раз! Пошли! Пошли вдвоем! За пивом послать, пусть бегают, ребят. Чем они занимаются? Молодцы! Мы взяли трофей! Конечно. Свой карлик. 4. Я тебе его вижу. Вот туда, иди сюда. Мы тоже не потеряем. Знаешь, если мы пойдем в подземелье, он папку найдет. И как? Сан-Антербрю. А шарики сдавать надо, да?
дома буду стоять. Сюда вставай. Еще надо один. А если лопнет? Вот оно. Вот оно. Оптимальный вариант. Любимый размер. А шарики надо расчистить. Это что, целый пакет? А шарики? Верни. Спускайся. Не заплатили. Мы узнали, что они черные платили. Гарники засели в двух башнях, справа и слева от меня. Я вижу эти башни высотой 100 метров. В них гарники засели и сидят, хотят нам помешать пройти. Но им не светит. Мы споем, и гарники позорно покинут свои бастионы. Жениха хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла. Жениха, жениха хотела, вовремя успела, ла-ла-ла-ла-ла. Ты ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я люблю пиво, я люблю водку, я люблю фетч і жирную селедку. Парам-пам-пам, Маруся! Раз, два, три, калина чорна, дівчина в саду я оторвала. Маруся, раз, два, три, калина чорна, дівчина в саду я оторвала. Каждому, каждому лучше вериться, скатится, катится голубой ворон. Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевое море, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевые мамы, оранжевые песни, оранжево поют. Ничего на свете лучше нету, чем побить друзья по белу свету. Это круче, не страшны тревоги, на любые дороги дороги, на любые дороги дороги. Ла-л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 а
Зимой и летом стройная, зеленая была. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет песенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Антошка, Антошка, пойдем пивнем немножко. Антошка, Антошка, пойдем пивнем немножко. Здравия сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик. Зелененький он был. Представьте себе, зелененький он был. Представьте себе, зелененький он был. Поделись улыбкою своей, и этот день не раз еще вернется. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету.
плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Не знаю, кого вам спохлиться, а знаю вам, кто як барвинок есться. Дело в том, что, конечно, большинство карликов мы уничтожили. Но в башне могут остаться недобитые карлики. Раненые, там, спрятавшиеся. Поэтому по старинному рыцарскому обычаю башню с недобитыми карликами или драконами первыми запускали симпатичных девушек. Повелеваю армиям выбрать девушек для запускания в башне. О, рыцарши! Слушайте задачу. Вам нужно войти в башню и найти там волшебный свиток. Повелеваю выдвинуться на уничтожение остатков врага. Вперед, дамы! Темные рыцари, покажите ваш орден, покажите ваш герб.
Вечерины. Два, три, два! Yeah.
сегодня третьего раунда не будет. Но победителю, которым сейчас выступает Светлая Армия, заслуженный салют. Черные могут присоединиться к участию в этом салюте. Шары в вашем распоряжении. Шарики. Да, я забыл сказать, потом мы это все должны убрать с вами. О, славные воины рыцарства Сан-Интервью Украины. Сейчас мы выдвинемся на решающий приступ. Это будет приступ голода, который мы будем утолять приступом еды. Oh!
свершилось! Крепость свободна от мерзких карликов! Ура! Оракул, ты обрел свободу! Оракул, ты нас слышишь? Оракул, отзови! Слава!